Добрый вечер. Знаете, две мысли пришло. Иногда молишься, ищешь Бога. Ну что такое? Кто ты? Не трогай мужчину. Тихо, рок. Иногда мы ищем Бога, да, молимся. И это так похоже на что-то такое тщетное, да, что ну, как будто нет в этом смысла. Вот ты молишься, и вот именно в этот момент, когда ты молишься, очень трудно вот ощутить, что вот действительно что-то вот доходит, да, что вот ты туда, тебя слышат там, что что-то получится, да, правильно или нет? Или у меня так? Да, нет? И у меня. Ну, на самом деле, у нас у всех так. И бывает так, что ты молишься и на эмоциях, и как будто тебя слышат, и потом тоже начинаешь сомневаться, что тебя слышали вообще, и что это было, и что было или что-то, да? Но вот в том-то и дело, что вера – это такая вещь, и поиск Бога, вот я именно понимаю, что это даже очень хорошая составляющая в молитве, когда у тебя приходит это понимание, что тебя как будто бы не слышат, потому что вот, ну, это вот и есть именно настоящее общение с Богом, и именно это отличается вот от разговора с обычным человеком и общения с Богом, что вот нет видимой связи, нет, может быть, даже чувств, нет ощущений, но есть вера, и есть твое понимание, что ты на этом стоишь, ты у Бога просишь, и ты ищешь, и работает вера. И так это работает. Не знаю, и будет работать так всегда, пока мы на этой земле. И в том-то и дело, что поэтому ты возникают такие искушения перестать это делать. Потому что вот, ну, я всегда это делаю, и до сих пор я с Богом не встретился. И никакого чуда толком в жизни не видел такого, да, которое можно потрогать. Но на самом деле чудо, да? Но на самом деле потом, когда проходит время, да, и ты вдруг оборачиваешься, и ты видишь, как на твои молитвы, оказывается, уже отвечено, и ты видишь, как ты не зря это искал, ты не зря молился, ты не зря вот именно вот на это внимание обращал, вроде как будто бы невидимые какие-то вещи такие, да, но ты на них стоял и просил, и вот оно время прошло, и ты их получил. И все, вот оно так бывает. И, но та борьба, которая опять у тебя сегодня есть, тебе нужно сегодня опять вставать, идти на молитву, искать Бога, опять ничего не чувствовать, опять, может быть, ничего не ощущать, опять ощущать эти сомнения, слышат тебя или не слышат, опять тоже думать, ответят тебе или не ответят. И все равно надо просить. И вот так вот. И вот так происходит. Но как бы я вам просто это вот передаю, потому что это нормально. Вот. Я вас хочу ободрить, что это нормально. Просто вот этим-то и отличается как бы христианин от нехристианина, что христианин это не тот, кто поступает всегда правильно и ходит такой в белой одежде, ничего не ошибается там, да. Христианин это тот, кто продолжает искать Бога в своей жизни. Просто вот продолжает искать Бога, понимает, что как бы Бог это самое главное,
что на самом деле нету полноты жизни без него, нету радости без него настоящей, нету смысла. И очень хорошо, если человек научится в своей жизни искать Бога, потому что Бог не оставляет человека просто так в этой жизни. Бог открывает путь человеку. Знаете, что такое, да? Увидеть путь вообще. Это когда ты вот находишься в лесу, например, да, и для того, чтобы тебе увидеть путь, тебе нужно залезть на дерево для того, чтобы увидеть путь. Потому что иначе, ну, тяжеловато идти, не знаю, куда идти. Но Бог, Он заботится о своих людях, о своих детях, Он дает видение, дает, приоткрывает путь чуть-чуть до ближайшей, может быть, горы, или иногда больше, или иногда ты можешь увидеть что-то, что очень далеко, да, знаете, да, как иногда работает, ну, ты знаешь, что туда ты придешь только в конце жизни, может быть, да, но тем не менее Он открывает этот путь. И как бы вот так, так оно работает, и это очень хорошо, потому что на самом деле, если нету в нашей жизни вот этого понимания того, что у нас должен быть путь, у нас мы должны видеть свой путь, у нас должна быть мечта, у нас должно быть видение, мы должны иметь какую-то цель в жизни, причем не какую-то, а лучше конкретную, лучше большую. Но вот это Бог все может делать, и все это Он это делает, и открывает тем, кто Его ищет, и не оставляет нас здесь одних. Поэтому часто для того, чтобы продолжать, нам что нужно сделать? Просто залезть на дерево и просто увидеть путь. И потом пройти какое-то время, и опять залезть на дерево, и опять увидеть путь. Потому что, ну, это преимущество в жизни, да? И что нам написано, да, что слово твое – это светильник ноге моей, да? И свет, и там, да, стезе, ну, все, вы знаете все этот стих. Что и путь, он состоит из чего? Из шагов, да? Из того, что ты не можешь сразу раз и все, ты путь прошел. Что нужно делать? Просто делать шаги, просто делать шаги. И самое лучшее, когда мы от Бога слышим направление, делаем шаги именно вот от Него. И получаем подтверждение, что вот этот шаг мы сделали от Него. И вот так вот мы движемся на самом деле в своей жизни. И я вам говорю, действительно, Бог, Он не оставляет, Он понимает, насколько человеку это необходимо, насколько человеку это нужно. Вот делать эти шаги, ощущать эти подтверждения. И это все должно происходить. Че, Сереж? Нет, просто некоторые летят. Ну да, есть некоторые летят, да. Шаги не надо. Ну, потом все равно шаги надо. Ну, надо приземляться иногда просто. Ну да. Ну это твое откровение, потом расскажешь. Они летят по жизни. И для того, чтобы двигаться, да, тоже вот я так думал, вот есть у машины есть руль, да. И мы иногда вот, ну, нуждаемся именно вот, чтобы нам направление, да, кто-то задавал, да, и Бог готов, Он рулить, но если машина не будет ехать, что получается, рули, не рули, хоть обрулись, да, но ты останешься на том же месте. Поэтому нужна инерция, нужно начать двигаться, нужно делать шаги, нужно быть готовым делать шаги, и Бог будет направлять, показывать, и неважно иногда, как бы, да, ошибка это будет или не ошибка, главное, что ты делаешь шаги, и ты готов делать шаги. Я в этом вижу вообще, ну, суть, смысл христианства, потому что суть, смысл тоже, опять же, в том, что вот Иисус пришел и показал людям такую жизнь в своем примере, что, ну, людям это очень понравилось. Он передал вот этот вкус. А вкус чего? Вкус настоящей жизни. Он пришел как человек специально не пользуясь ничем, да, как Бог, кроме вот понимания, кроме откровения, чем-то сверхъестественным. Он ничем не пользовался, потому иначе бы это не было вот, ну, правдой на самом деле, иначе как бы он мог нас понять. Он ходил как человек полностью, по законам человека. И, соответственно, все, что делал Иисус, все доступно людям сейчас. И было, и сейчас. Но просто мы не можем как бы это все понять и осознать. И что из них, может быть, является
символами, что является принципами, да, как это понять, да, потому что есть вещи буквальные, есть вещи как бы символические, которые мы тоже должны понять. Но основное, то, что он пришел как бы показать людям, это вот, ну, жизнь в духе. Жизнь человека, слышащего голос Божий. Да? И когда его спросили, когда его Никодим спросил, а что это значит родиться заново, как это так может быть, вот, мне что, опять в утробу матери, он говорит, нет. И он сказал всего лишь, ну, он сказал несколько вещей, но по поводу того, что такое жизнь в духе, он сказал то, что дух дышит где хочешь, где хочет. Ты слышишь его голос, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И он говорит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Все. Дальше он не сказал никаких ключей. Он просто передал то, что вот как бы человеческими словами, как можно было это объяснить. Что такое на самом деле жить в Духе? Это не знать, в первую очередь. Да? То есть это не то, что ты можешь научиться делать и делать уже на опыте, да, на таком чисто человеческом опыте. Это ошибка многих. Почему вот, ну, христиане перестают чувствовать Бога, чувствовать как бы вот эту жизнь, идущую изнутри, чувствовать направление, почему вот часто грех берет да, над человеком вверх опять, да? Потому что человек перестает двигаться в духе, слышать вот этот дух и поступать, как он ему говорит. Потому что он уже начинает поступать просто по привычке, по правилам, по тому, как научили, и по тому, как у него раньше, может быть, получалось, как он раньше пробовал. А это все не имеет смысла. Потому что каждый раз нужно все время новое именно направление, именно от Бога направление в жизнь человек должен получать. И вот это и есть вот сама суть и смысл хождения в духе, что ты всегда не знаешь. Всегда не знаешь. Бог настолько больше человек, у тебя настолько есть такое понимание, что, ну, Бог это тот, кто тебя должен вести. И что Бог это не человек, у него на все есть ответ, у него для всего есть решение, да, он победитель, он сильный, ты можешь совершенно на него полагаться, на него надеяться, даже если ты не видишь, даже если вроде как все плохо, и мы это все видим в Библии. Мы смотрим жизнь Давида, да, и мы видим эти вот великие победы, как Бог просто вот везде, где нужно было, он просто давал Давиду победу, и все, независимо от того, сколько было врагов. Просто независимо от числа врагов, да, помните, 300 человек Гидеона и 200 тысяч армии, понимаете? То есть, вроде абсурдные вещи, но у Бога был план, как все это сделать, и Он это все сделал. Поэтому часто мы не движемся, потому что мы парализованы, да, потому что мы не представляем в своих головах, как же можно жить победной жизнью, как можно, вот. А как можно? Только получив прямое указание от Бога, как здесь в этой ситуации быть, как в этой ситуации жить. Для этого нужно вот иметь эти отношения, для этого нужно их поддерживать, эти отношения. Для этого мы собираемся, для этого мы ищем Бога, для этого вот мы вроде как бы делаем такие вещи, как будто бы тщетные, да? Как будто бы вот бесполезные, да? Но они на самом деле не бесполезные. И чем мы больше это делаем, как бы именно вот со смыслом, да, чем мы этому смысл придаем, тем мы будем победоноснее, тем мы будем больше ощущать эту жизнь Бога в нашей жизни, тем она будет радостнее, правильнее, нерелигиознее, тем будут отношения в семье лучше, тем будут с работой лучше, карьера будет идти вперед. Понимаете, Бог, Он никогда, он всегда работает во всех областях жизни человека. У него нет желания, это вот ложь религии, когда говорят там, ну, твоя проблема, твоя работа там и так далее, ты должен оставить, это плохая работа или еще что-то. Ну, конечно, бывают, да, плохие работы, но на самом деле, как бы, вот мы когда видим, помните, говорили там в прошлый раз или позапрошлый, когда к Иоанну Крестителю там пришли сборщики налогов, а нам что делать? Он же им не сказал, вы перестаньте быть сборщиками налогов, да? Он им сказал, вы просто будьте честными, выполняйте ту работу, на которую вас поставили, не требуйте большего просто, и все будет нормально. Это, ну, может быть, придет время, Бог даст тебе другую работу. Но
смысл в том, что на самом деле это желание Бога просто вот покрыть, благословить, и именно вот еще не просто благословить, а еще и прославиться через христиан, через людей, слышащих его голос. Поэтому мы видим в Библии такие примеры, как Авраам, да, это вот отец веры, который первый услышал этот голос Божий, которому было просто сказано: «Выйди из своей земли, выйди из своей земли и иди в такую-то землю. И я тебя размножу, я сделаю из тебя великий народ», и так далее, дал ему обетование. Что нужно было сделать Аврааму? Просто вот послушаться этого голоса Божьего, да? Не каких-то иллюзий, а именно конкретно, конкретный голос послушать и просто пойти, и еще не понимая, как это будет, как Бог это сделает, что Бог конкретно хотел сказать, как Он хотел сказать. Все, Он сказал, Он пошел. И поэтому Бог его называет, вот это вот отец веры будет. Вот, я, вот мне такие люди нужны, я хочу с такими людьми общаться, которые слышат мой голос, которые откликаются на него, которые доверяют моему голосу, которые хотят слышать мой голос, для которых это ценно, для которых это важно. Все, вот это вот есть в принципе смысл христианина, да, слышать этот голос Божий. Поэтому Иисус пришел, чтобы вот тоже показать, насколько вот... это все возможно, насколько это все реально, научить, сдвинуть вот это вот, чтобы лед тронулся с мертвой точки. Но часто у нас бывает такое, что нас чуть-чуть не туда ведут, из-за того, что люди как-то не так что-то поняли, или не так услышали, или не так интерпретировали, да, начинаются какие-то вот более высокие планки задираться, да, то, что... на самом деле оно не нужно, потому что сам Бог, Он просто должен вести человека. Да? Дело не в рамках, дело не в правилах, дело не в том, что исполняет, сколько исполняет. Помните, да, вот это вот весь процесс с фарисеями. Ведь это были духовные лидеры, которые должны были приводить людей к Богу. Но они вот что сделали? Только обложили народ чем-то таким, написано: возлагайте на людей бремена неудобно носимые, а сами пальцем не хотите пошевелить, чтобы помочь им, да? То есть произошло такое вот перепутывание просто, да? На людей возложили какое-то ярмо вот этой праведности такой человеческой, да? Представление того, как должен жить человек, да? И вот надели на человека, и вот неси, попробуй это. Соответственно, ну, никто практически не смог это нести, а те, кто смогли, все перепутали тоже. И что мне нравится, что как пришел Иисус, что Евангелие — это такая история, да, как Иисус Христос пришел к кому? К народу, просто к обычным людям. И да, и само его рождение, оно, да, заключалось в чем? Что родился в обычной семье. Да, родился там даже мало того, что еще и в хлеву, и среди скота, и то есть унизился, уменьшился. Он мог родиться у любого царя, да, и у кого угодно, да, и как угодно прийти с регалиями. Но он пришел именно вот просто к обычным людям, потому что и это смысл. Ведь мы же с вами все обычные люди, правильно? И как бы вот поэтому Евангелие — это вот оно для обычных людей. Оно для обычных людей, мы должны это понять. Оно в первую очередь для обычных людей, не для каких-то там супер. И мы видим, что даже лидеры, да, например, вот взять того же Моисея, да, вот пока он не стал, не прожил жизнь обычного человека. Вот он родился во дворце. Ну, вернее, родился там, да, и сразу стал сыном дочери фараона, потому что его спасли. То есть первые 40 лет он прожил вот как царь. Он получил высшее образование, он просто вот был просто суперчеловек с супервозможностями, представляете, да, грубо говоря, второй, там, третий человек в государстве, да, с суперполномочиями. И вот именно вот в этот момент он попытался как-то служить Богу, потому что подумал: вот как раз сейчас мое время. Вот сейчас я тот инструмент, которого Бог может использовать. Ну что ему было сказано? Нет, давай, друг, сейчас идешь пасти овец на всю жизнь. Представляете, 40 лет. Представляете, 40 лет. Вот до того, как просто человек встретился по-настоящему с Богом, да, и Бог смог его жизнь направлять,
вести именно уже и говорить в его жизнь. Вот нужно, потребовалось 40 лет для того, чтобы вот это вот представление Моисея, оно о самом себе просто умерло. Понимаете, не просто выветрилось там, потому что иногда 5 лет достаточно, 10 лет достаточно, ну думаешь, ну 40, ну куда вот 40-то просто? Ну вот столько нужно было, да, для того, чтобы вот он просто уже полностью превратился в обычного человека и никак о себе не мнил, никак о себе уже не думал, от себя уже ничего не ожидал, чтобы вот только он мог рассчитывать на Бога, что Бог его посылает, Бог его ведет, Бог его наделяет, Бог ему говорит, и все. И он был уже тогда к этому готов. И вот в этом есть тоже вот смысл такой христианской жизни, что Бог приходит к обычным людям и говорит с обычными людьми. И сегодня я бы хотел вам сегодня одного человека рассмотреть. Именно вот как, именно как пример обычного человека. Лех, ты можешь мне водички налить? Легко. Пожалуйста. И его зовут Петр. Апостол Петр. Вот сейчас просто задумаетесь, какие у вас ассоциации возникают с апостолом Петром? Верный. Петр верный? Да. Импульсивный. Уж кто-кто, но Петр. Так а сколько он с ним хотел? Верный. Но он же отрекся. Ну и что? Это слабость. Вот, да. Именно об этом я и хотел говорить. Ну, я так вот вас спросил, но я недавно это из себя сам достал. Потому что иногда ты о чем-то думаешь, о чем-то знаешь, но требуется вот именно вот взять и себя еще это достать, для того, чтобы действительно понять, что ты вот думаешь именно так и смотришь именно так. У меня вот, не знаю почему, ну, вернее, знаю почему. Но Петр для меня никогда не был примером. Вот хотите, не хотите, но Петр для меня никогда, вот в моей христианской жизни, сколько я изучал, сколько я смотрел, слушал проповеди там и так далее, никогда он для меня не был примером. То есть он для меня не был человеком, которого бы я уважал. Потому что, ну, мы что знаем о Петре? Ну, потому что вот эти вот факты, которые все-таки ты о нем знаешь, да, что он тут смолодушничал, тут он что-то вот ляпнул, не подумав, тут он какой-то выскочка чуть-чуть был, всегда вот он тут вперед всех перед Иисусом, а ты меня любишь, а по воде, а я первый, и вот он такой чуть-чуть был, да, и как-то вот по сравнению с другими героями, да, там взять, например, апостола Павла, да, вот тут как ни крути, но все хотят быть апостолом Павлом. Ну, я имею... Не хотите, да? Но часто, ну, во всяком случае, его качества характера, они привлекают. Когда ты вот видишь, какой он был усердный, какой он был упертый, какой он был трудолюбивый. И так вот часто его в пример ставят, действительно, что он даже до своей встречи с Иисусом Христом был на самом деле уже очень, ну, как бы отдан Богу. Он уже свою жизнь посвятил на служение Бога. Не знал Бога, не слышал его голос, но был просто фанатиком религиозным и убивал людей, мучил там, да, и именно за свои религиозные убеждения. Именно был вот настолько научен. И когда Бог изменил его, когда Иисус призвал его, он просто развернул его и использовал все вот эти качества апостола Павла, все его знания, весь его вот этот опыт. И да, и мы видим, сколько он написал посланий, как он думал, как он нас ободряет на самом деле, да, какие откровения у него были мощные, да. И поэтому вот для меня Павел, он вот пример. Но какой минус я вижу? Вот для меня Павел это такой пример, который я достигнуть в своей жизни не могу никак. Вот, ну, вот в иллюзиях может быть чуть-чуть, но для того, чтобы даже начать жить как Павел, ну вот даже не могу 3 дня так прожить, как Павел. Стать фанатиком. Да, но я про это и говорю, но как стать фанатиком? Ну, даже вот я захочу стать фанатиком, не могу стать фанатиком, потому что у меня нет этих качеств. Именно вот, чтобы я стал такой, как Павел. Там
Я знаю Давида, да, например, вот тоже нравится такой персонаж, как Давид. Вот он там смелый был, Бога всегда искал, верный тоже был там, да, вот побеждал, так поступал, сердце было к людям. Вот. И да, ты видишь, опять же, вот этот уровень, вот эту планку задранную такую духовности, так, ну, хорошо, и хочется, да, и стремишься, и, ну, понимаешь, что не дотягиваешь, понимаешь, что, как бы, сложновато вот таким стать, да, и, ну, и поэтому, про что я говорю, поэтому мне нужен пример более приближенный к моей жизни, на самом деле, потому что, ну, вот эти вот высокие примеры, да, они меня ободряют, да, они меня вдохновляют временами, но я не могу от них вот всего того получить, мне нужен вот пример, который я могу пощупать. Как вот мы с человеком недавно разговаривали, он говорил про то, что меня, говорит, вот больше всего ободряют свидетельства. Свидетельства людей, когда я слышу настоящее вот, ну, свидетельство про то, как Бог работал просто в жизни, про то, как человек там был, как он думает сейчас, как произошло, да? Настоящее реальное свидетельство. И чем оно может быть некрасивее, тем оно иногда больше касается, именно потому что, ну, на самом деле, почему я говорю, что у меня не было, вот я нашел в себе, что у меня нет уважения к Петру. Знаете почему? А потому что он ближе всего ко мне. Потому что у меня к себе на самом деле не так уж много уважения. Потому что я за собой знаю, что я и трус, что я и лицемер, что я и людям угождаю, да, что я и такие-то ошибки совершаю, да. Мне это на самом деле ближе. А вот там, например, а вот Павел там, да, который вот все время, все, практически все время правильно все делал, но даже Павел потом сказал то, что чем я буду хвалиться, так это слабостями своими. Да, однажды заключил, слава Богу, что у меня хоть слабости остались, он говорит, потому что, ну, и Бог ему даже вынужден был вот еще от себя добавить жало в плоть, потому что, ну, настолько он был молодец, настолько он был фанатик, на самом деле, настолько он делал все правильно, думал правильно, видел правильно, что, на самом деле, для него могло стать проблемой, он мог возгордиться, он мог просто улететь, перепутать, и Богу нужно было просто вот что-то сделать. Извне даже, да, как он говорит, мне был послан ангел сатаны для того, чтобы мучить меня, чтобы я не возгордился чрезвычайностью откровений, которые мне даны, да. То есть вот он такой машина на самом деле. И поэтому, почему он так много сделал? А потому, ну, и он вот сколько он сделал, вот столько он и пострадал там еще, помните? 3 раза меня, говорит, палками по 40 штук, там, 2 раза камнями, 5 раз тонул. Без еды, без воды, без одежды, 3 дня в море и так далее. Он перечисляет очень такие вещи, думаешь, это что, это, грубо говоря, там каждую неделю почти что-то происходило. То есть только синяки зажили, и опять он получил. Мы-то тут прочитали, один раз его побили, один раз камнями, а он говорит, нет, больше на самом деле всего этого было со мной. Ну, вот поэтому я про что говорю, что, может быть, нам, ну, не всегда нужно стремиться вот стать Павлами, и мы не можем действительно вот все стать Павлами. Но в этом-то я и вижу вот эту радость, почему я говорю сегодня о Петре. Меня ободряет этот пример, потому что вот Петр, он на самом деле становится вот этим самым ближним учеником к Иисусу. Потому что мы видим, да, и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Он не перечисляет Иоанна, Иакова и Петра. Петр всегда был ближе. Даже когда он воскрес, и ангелы пришли и сказали ученикам, а Марии они сказали, идите, скажите Петру и братьям, что Господь воскрес и ждет вас там, там-то, там-то. Понимаете, то есть к Петру, что мы видим, что к Петру у Иисуса было вот особенное отношение. Хотя кто он был на самом деле? Просто рыбак. И просто рыбак, позволивший однажды Иисусу воспользоваться своей лодкой, да, и вот получивший это покаяние в своей жизни. И на самом деле, если мы изучим эту жизнь Петра, мы увидим, что вот именно в Евангелии вот это вот Петр вывернут нам на самом деле вот наизнанку, наружу, все вот эти вот отношения, все его вот эти вот высказывания вперед. Он никогда ничего как бы практически не сдерживал, из него все вот вырывалось наружу, он был такой человек. И мы видим, как он говорил какие-то правильные вещи, Иисус ему говорил, да, хорошо, и тут же, через какое-то короткое время, он говорил совершенно другие вещи, вроде как он думал, вот как мне, помните, он там, когда Иисус спросил, за кого меня почитаете, говорит, ты Христос, он говорит, ты блажен, Петр,
Ведь на самом деле, если так вот разобраться, ну, Петр тоже вот, ну, не от большого ума все это сказал. Вот он сказал, вот, да, вот, ну, пришли мысли, и ему Иисус просто обратил внимание, что это откровение, Петр. Ты заметь, что это откровение, тебе Бог открыл, что это откровение, и это очень круто, я на тебе построю церковь, я тебе дам ключи и так далее. И вы представляете, Петр такие в свою жизнь получает обетование. И тут же мы читаем, происходит следующая ситуация, когда Иисус начинает говорить, что мне должно пострадать, мне должно быть распятым там, и убитым. И что начинает говорить Петр? Господи, пожалей себя, не будет этого с тобой. И он ему что говорит? Отойди от меня, сатана. Представьте, вот Петр, да, только вот он тут вот все хорошо, все понимает, и тут ему сразу такие жесткие слова просто. На самом деле, это очень жесткие слова. Представьте, от Иисуса получить такое слово, отойди от меня, сатана. Представьте, я думаю, Петр там неделю, наверное, утонул, ходил после этих слов. Вот, поэтому мне вот близок Петр вот этой своей... вот этим своим действительно непониманием, что ли, да, вот этой своей, может быть, даже чуть-чуть тупостью, вот этой, может быть, своей чуть-чуть религиозностью какой-то, да, что там вот вспомним, когда Иисус тоже говорит, может быть, вы тоже меня, когда его оставили там люди, да, после проповеди, да, он им сказал проповедь о том, что ешьте мое тело, пейте мою кровь, и люди говорят, кто может это учение слышать? Мы не можем это учение слышать. А вы думаете, ученики по-другому думали, что ли, в этот момент? Вы представляете, это одни, как бы вот одно собрание людей, и мысли у людей примерно одинаковые. И эта информация убийственна как для одних, так и для других. Да? Ну, как бы вот она не вмещается в разум. И вот одни просто оставляют, и Иисус просто вот так резко поворачивается и говорит, может, вы тоже хотите меня оставить? И Петр вот резко вот это лепит там, куда же мы пойдем, ведь у тебя глаголы вечной жизни, все. То есть, да, мы можем посмотреть, что как круто Петр сказал на самом деле, но действительно ли вот Петр сказал, вот что он понимал вот во всем этом глобальном, ну вот в понимании, да, на том уровне, на котором он находился там, да, год с Иисусом, два года с Иисусом. То есть вот, ну, но он уже был натаскан, да, вот этими духовными словечками, да, знал, как нужно говорить. Понимаете, про что говорю? Мы такие, на самом деле, мы такие. Почему я вот так вот привожу Петра так? Потому что мы такие. Мы хотим вот иногда вот, ну, да, Морщиков, вот, сказать все, все, что мы понимаем сразу, чтобы нас поняли, вот, да, чтобы увидели, как мы все это понимаем там и так далее. Поэтому мы вот так люди, на самом деле. Я это в Петре вижу. Понимаете, я это чувствую прям. Потому что вот он... Там по воде он пошел, помните, когда тоже от страха, наверное, я не знаю, от чего он там пошел по воде, ну, или от большого желания, или от большого страха, там, вот Иисус, он идет ночью, и они все испугались, что это призрак, и он говорит, не бойтесь, это я, он говорит, а если это ты, то да, я тоже, там, позволь мне тоже выйти, да, вот, иди, и все, и тот выходит, да, ну, мы можем по-разному, как бы, тоже эту ситуацию посмотреть, да, Петр, вот у него такая вера была. Вот что у него было, так это желание двигаться как бы к Иисусу, да? И так это желание вот, вот от Иисуса забрать все, что только можно от него забрать вот в этот момент. Любой опыт, понимаете, любое подтверждение, любой диалог, но вмешаться, вклиниться и вставить свое слово, взять на себя какое-то обетование там и так далее. И поэтому мне Петр не нравится. Потому что вот он чуть-чуть выскочка, ну, я имею в виду, он где-то в глубине души не нравится. Так на самом деле нравится. Но я имею в виду, что я вот осуждая как бы, ну, себя вижу здесь. То, что вот, вот эти вот свои какие-то скрытые все время мотивы, иногда может быть вот, ну... Как обычно бывает, да, все подумали, а сказал один кто-то, да, и один выглядит как дурак, но подумали-то все в этот момент, правильно, а все сидят, и из-за того, что не сказали, они как будто бы умные, да, но вот Петр, он вот брал на себя эту роль, говорил за всех, помните, там, они когда на гору пришли, он там тоже, да, они увидели Илию, Петра, вот это там, Илия, Моисей, все в белом, да, облако сошло, и Петр, все, нам так здесь хорошо, давай мы здесь сейчас три кущи построим. У него уже какой-то план, какие-то мысли, он увидел, мы сейчас здесь три кущи построим, одну тебе, одну или одну Моисею. Знаете, что голос сказал? Его слушайте, хватит болтать, Петр.
То есть, как бы, ну, другими словами, потому что там был голос, который сказал: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте», да? А у Петра уже какой-то глобальный план родился, как мы вот сейчас здесь на горе все останемся, вот она, духовная жизнь пришла, она вот так вот выглядит, и все. Вот он такой немножко был, то есть, готовый говорить, готовый себя вот это вот доставать, иногда в попад, иногда не в попад, да? Не до конца вот осознавая, не до конца оценивая. Но знаете, что я вижу? Что Иисус не смеется над ним. Знаете, вот мы, как люди, иногда готовы посмеяться над таким человеком, который выскочка, который что-то вот тут облажался, там и облажался, да? И мы думаем, что и Бог тоже так же реагирует, как люди, да, вот на эти шаги. Но Бог так не реагирует, как люди. Знаете, мы вот говорили действительно с одним человеком, тоже вспоминали, там вот в центре там один человек помолился какую-то глупую молитву, и вообще она такая: не «Бог, растопи наши каменные сердца», там, знаете. И все начали смеяться там над этим человеком, шутить. Но потом духовный человек подошел и сказал: «Хватит», потому что он помолился на своем уровне. Зачем вы над этим смеетесь на самом деле? И все получили тоже обличение, потому что все пытаются вот больше создавать какой-то вид духовности из-за того, что ничего не говорят. А он вот просто делает шаги свои. И потом все увидели, как с этим человеком начинают происходить, ну, какие-то чудеса, что-то вот Бог делает в его жизни и так далее. И это вот оно реально. И понимаете, вот то, что вот Петр, он такой был, вот простой, обычный человек со своими плюсами, со своими минусами, но он всегда был жадный до Иисуса. Понимаете, жадный до Иисуса, он всегда готов вот был растолкаться и быть ближе ко всем. Ближе к Иисусу, ближе к телу, да. Хоть там, и даже вот, и он видел, да, даже у них там вот в конце такая ревность была, да, вот там он знал, что был еще любимый ученик, как Иоанн, да, который голову ложил на грудь Иисуса, да. Но он сам про себя написал, на самом деле, что он был любимый ученик, да. Ну и на самом деле, он даже не написал, что любимый ученик, это уже сказали, что любимый ученик. Он сказал, что это написал человек, которого особенно любил Иисус. То есть просто этот человек ощущал любовь к себе. И вот тоже эту любовь ощущал, и эту же любовь отдавал, и был как бы ближе. И когда Иисус дает наставление Петру, что ему делать, Петра так тоже. Без Петра ничего не утаишь. Он как бы про себя получил. Он говорит: а с этим что будет? Он говорит: какая тебе разница, что с ним будет? Ты свое дело иди делай. То есть Петр всегда вот, ну, такой вот был и ревностный, и получал, и иногда говорил в тему на самом деле. Там был такой момент, когда вот этот молодой богач пришел к Иисусу, да, и Иисус сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И там было написано так, что все ученики испугались. Как же вообще спастись-то? Кто же может спасти? А Петр в этот момент стоит: «Господи, а мы вот все оставили, за тобой пошли, дома все оставили, там и семьи свои оставили». И вы знаете, и мы вот могли бы так, как вот люди так сказать: «Ладно, ты ничего не оставил, ты все там припрятал, все ты вернешься, все как надо». А Иисус, он совершенно искренне, он говорит: «И ты не потеряете свои награды, вам будет в 100 раз и в 1000 раз». То есть, понимаете, он вот вроде как бы, да, логический человек не должен так самоуверенно говорить, что он все оставил. А он берет и пробует, и говорит, и получает в свою жизнь обетование того, что и правильно сделал, и получишь в 100 крат больше, чем ты оставил. Понимаете, он получает это. И мы видим, почему мне нравится Петр, вот он на вот Евангелие насыщено, вы вот почитаете вот этими вот диалогами Петра с Иисусом. Петр, Иисус, он везде, практически в каждом моменте. Он при воскрешении дочери, да, когда его туда берут, его на гору берут, он вот по воде он ходит, все он пробует, да. И вот уникальная на самом деле личность, ну, это с одной стороны, но с другой стороны, это вот и есть самый приближенный к нам с вами персонаж. Просто потому что, ну, если мы уже в Петре себя не найдем, да, то это вообще будет проблема. Но он именно настолько обычный, настолько простой, что мы вот, ну, действительно, ну, можем не сомневаться, что мы можем зацепиться за это свидетельство, зацепиться за этот пример. Мы видим, что Иисус не шутит, мы видим, что Иисус не смеется над ним, мы видим, что Иисус как-то ни сарказма никакого не проявляет
какую мы могли бы как люди проявить человеку, который там неглубокий, может быть, местами, или там пытается выдать себя за кого-то. Помните, он же тоже, он действительно так думал, он: «Я за тобой в темницу и на смерть». «Петр, Петр», говорит, «опять ты, да? Еще петух три раза не пропоет, а ты уже отречешься от меня». Трижды, да? Петух не пропоет, а ты уже трижды отречешься от меня, да? Петр, конечно, не принял, не поверил, но вот... И мы опять видим, как нам вот Евангелие, да, как Бог нам опять вот эту жизнь Петра просто наизнанку выворачивает, да? То есть, если все просто убежали, мы не знаем, где они были, как они были, вроде как и убежали, и в открытую не предавали, и все так этот, то этот, вот, ну, как, это слово, если уж обкакался, то у всех на виду, опять же, да, то есть, опять же, он для нас открыт вот этим самым, что как бы Бог его использует прям вот и достаточно так жестко, что вот, ну, он действительно не справляется с этим испытанием, предает, три раза отрекается, и так еще некрасиво. Там написано, что он клялся, божился, что это не я, что я вообще не знаю, никогда не слышал. Он так испугался, но потом пошел и заплакал. Очень горько заплакал. И я вот тоже недавно так подумал, почему заплакал Петр? Вы думаете, он заплакал, потому что он как-то вот подумал, что из-за того, что ему стыдно стало, он заплакал? Мы разве плачем из-за того, что нам стыдно стало? Да. Девочки. Девочки, наверное, да, и то, когда маленькие. А потом уже у нас такая броня вырастает, что нам стыдно, а мы это не показываем. Но я имею в виду, что вот он написано «горько заплакал». Вот, то есть, когда нам стыдно, мы плачем из-за самих себя, как бы, да, то есть, чуть-чуть, ну, жалеем, что вот я плохой, там, да, вот, какой же я плохой, и как мне вот... Но это как бы такой мотив, он такой, ну, для того, чтобы горько заплакать, не тот мотив. Я вот подумал, что он просто, знаете, заплакал из-за того, что его оторвали от Христа. Вот в этот вот момент, понимаете, что он просто понял, что он бессилен как-либо вот зацепиться за своего Господа, да, он вроде пытался там как-то приблизиться, но понял, что вот эта вот машина, которая там включилась, что вот этот вот весь мир восстал, что тут так много людей, что ну, он не может ничего сделать, не может никак повлиять, вся жизнь просто рвется, да, вот эти отношения рвутся, он ощущает, что он просто слаб, бессилен что-либо сделать. Может, да, он испугался, но он просто чувствует, ну, ты когда испугаешься, вот, например, ты стоишь, и тебе прыгать надо со скалы, да? Но это же нормальный, естественный страх. Это страх, как бы, самосохранения, понимаете? И он просто тоже понимал, что, ну, что, ну, убьют его сейчас, тут тоже, как бы, смысла не было. Поэтому, ну, это я так просто думаю немножко, да, философствую, что просто вот Петр, я просто думаю, куда там пошел Петр потом, да, вот. Потому что там был еще день, когда Иисуса там пытали, потом его распяли, да, и где был вот в это время там Петр? Не знаю, наверное, схоронился в какой-нибудь комнате, лег на койку, наверное, просто. Там, я не знаю, рыдал, страдал, все рвалось у него внутри, о чем он думал. Но вот долго думать о себе, какой я плохой, я предатель, это вот, ну, немножко не та. А вот на самом деле, что эти отношения разорвались, вот с этим действительно его любимым учителем, которого он действительно любил, которого он, ну, который ему тоже давал такую любовь, да, вот понимая, какой он на самом деле, да, то, что Петр и себя вот в этот момент увидел всего вообще во всем процессе, что он на самом деле, ну, никакой, нет у него силы, нет у него духа, да, нет у него смелости, ничего у него нет на самом деле. И вот он ощутился. И, наверное, вспоминал долго, да, как оно что было, что Иисус говорил, что Иисус обещал. Наверное, вспомнил про то, что Он обещал воскреснуть. Но, ну, может быть, это показалось в этот момент нереальным, но уже какой-то там надеждой. Не знаю я, как у него было, но я просто знаю, что... Я помню, когда он, там написано, он пошел на рыбалку. Помните, была рыбалка такая, последняя, когда Петр собрался, все, пойдем на рыбалку. И они рыбачили, они всю ночь рыбачили, опять ничего не поймали, и вдруг Иисус... их начинает звать с берега. И Иоанн первый, он узнает голос, говорит, это Господь. И Петр, как только услышал, что Иоанн сказал, что это Господь, что он делает? Обвязывается одеждой. Они и так все поплывут, но он не может ждать. Он просто вот бултых в воду и быстрее, быстрее к нему.
обниматься, целоваться, я не знаю что, разговаривать просто, но настолько вот у него тяга была к Иисусу, да, и эта тяга, она же вот, ну, я говорю, что эту тягу сам Иисус поддерживал. Понимаете, что, потому что Иисус потом, когда они ели эту рыбу, Он говорит, любишь ли ты меня, Петр, больше, чем они? И Он ему говорит, да, Господи, люблю. И вы знаете, и это тоже так вот можно сказать, что Иисус как будто бы чуть-чуть посмеивается, но Иисус ни в коем случае не посмеивается, Он действительно знает, что Петр его действительно любит больше, чем они. И Он ему говорит, паси овец моих, да, любишь ли меня, Петр? Паси овец моих, любишь меня, Петр? Тот уже обиделся третий раз, говорит, ну ты же знаешь все, что я люблю тебя, и ничего с собой сделать даже не могу, да, но он ему говорит еще раз, паси овец моих, да. Отдельная тема, но я просто вот хотел немножко вам так вот быстренько разобрать, описать вот эти отношения Иисуса с Петром. Именно как обычного человека. Именно вот ту надежду, что мы действительно, вот, ну, что мы должны в нем найти. И вы знаете, что так интересно, что Библия нам настолько Петра вскрывает, что мы его и дальше видим. Вот, например, да, помните, мы не закончили с Петром, потому что там же дальше идет развитие событий, когда уже Дух Святой сходит, да, и мы видим вот эту разницу, когда Петр говорит, что я за тобой в темницу и на смерть, и пугается, и отрекается. А почему? Потому что это просто Петр, потому что еще силы нету, потому что он просто хочет это сделать своими силами, своей любовью, своим представлением, и у него ничего не получается. Но мы потом видим, когда сходит Святой Дух, и мы тут уже видим другого Петра, совершенно, которому говорят, нельзя проповедовать Христа. Он говорит... И он находит такие мудрые слова, он так спокоен, он просто смел, как лев. Он не фанатик, он не говорит то, что убейте меня, но я не замолчу. Он находит такую мудрую фразу и говорит то, что ну посудите сами. Если нам Бог сказал проповедовать, нам кого нужно больше слушать, вас или Бога? Те раз задумались сразу. Все ученики тоже подумали, ничего себе Петр ответил. Да? То есть как бы, ну, на самом деле, да, мы видим вот это преобразование Петра, который вот периодически тупит, там, да, трус на самом деле. И мы видим вот эту вот силу, мудрость, которая вот решает какие-то вопросы. Мы вот на самом деле, вот, там Бог через Петра очень многие вещи делает. Когда нужно было выбрать апостола, там написано, они вот собирались, а потом Петр встал и говорит, слушайте, нам надо 12-го. Вот Иуда был, нам нужен 12-й. Все. Собрались, проголосовали, выбрали 12-го. Петр инициатива. Сошел Святой Дух. Тут все начали говорить, что они пьяные. То есть их начали как бы критиковать. Петр встает и говорит то, что нет, мы не пьяные. И дает такую проповедь. Причем она совершенно обычная, очень простая. 3000 человек лежат. Понимаете, лежат просто. Бог касается. То есть мы видим, да, то есть открывается просто вот тот Петр. И Петр, наполненный Святым Духом, Петр, ведомый уже Святым Духом, Петр, получивший вот эту силу от Бога, мудрость от Бога, совершенно другой, и какие результаты. Тоже там, да, Петр первый начинает практиковать исцеление. Они идут с Иоанном в этот в храм, и сидит этот хромой, и просит у них милостыню, и они вдруг, смотревшись на него, вдруг у Петра откровение, а вот у меня золота и серебра нет, а во имя Иисуса Христа встань и ходи. Встал и пошел, все. После этого опять кипиш, опять проповедь, 5000 человек покаялось. И это все Петр. Вот этот Петр, который вот периодически ничего не понимал, который был трус, но который был... цеплялся за Иисуса всеми силами, искал его, искал эти опыты, и хотел, и все, кем он был. Но мы дальше видим Петра, что Петр, на самом деле у него продолжались проблемы с трусостью. Знаете, что его Павел обличил однажды? В Галатах или в Ефесянах, не помню, но если хотите, скажу где потом. Когда Павел пишет в своем послании, он говорит, я даже открыто высказал Петру, что он лицемер. Что, потому что когда не было иудеев, он ел с язычниками, с нами, все было нормально. А как только пришли иудеи, начал прятаться, таиться. Вы знаете, Петр, апостол,
3000 каялось, 5000 каялось, исцелял, воскрешал. Первый, кстати, тоже я хотел просто напомнить, он первый исцелил, он первый воскресил человека, да? Он, вы представляете, да, это когда с Иисусом воскрешали, это одно. А другое дело тут самому вот взять на себя эту ответственность и просто вот попытаться это сделать. Петр это практикует, он смел. Его ангел там из темницы выводил. Я говорю, Петр это вот личность, наполненная просто вот этими опытами с Богом. И вот они именно настоящие, не они от Бога, они с примесью даже вот этой вот человечности. И мы видим, где Петр, и мы видим, где сила Божья. Вот понимаете, да, почему Петр такой пример, что я хочу как бы вот показать, что мы вот через Библию мы видим ясное вот это вот разделение такое, да, на Петра как человека и на Петра, ходящего в духе, понимаете? Что вот, вот в этом смысл, вот в этом сила. И все, поэтому мы иногда хотим быть христианами своими силами. Ну вот христиане своими силами, Петр нам показывает, кто такие христиане своими силами, тоже показывает это. И также Петр же нам и показывает, кто такие христиане не своими силами. И вот, вот этим и замечателен этот персонаж. И вот он, когда его Павел обличает, то, что он говорит, и вот это лицемерие, вот это заблуждение написано, ввело в заблуждение даже Варнаву. А Варнава это учитель Павла, да, духовный. То есть, вот, да, Павел, он видит эту позицию, он различает, а Петр на самом деле вот настолько он, и он написано, что Павел ему при всех это высказал, жестко в лицо. И я так понимаю, что Петр принял. Вот, опять же, тоже очень нравится, вот это вот все равно... Первый апостол, представляете, да, 3000, 5000, да, и исцеление, чудеса, все знают, что он с Иисусом был ближе всех, все вот вроде самый как бы духовный, ну и также принимает вот это вот обличение в заблуждение, обличение в лицемерии от Павла, который даже не был с Иисусом, представляете, от Павла, который гнал когда-то церковь и убивал, ну принимает, потому что... Потому что духовный тоже, да, и не потерял эту способность к обличению, к настоящему, да. Поэтому вот, ну, меня, вот эта личность Петра, вот этот весь пример Петра, если вот, вот так взять, в объеме посмотреть, она очень вдохновляет и наполняет. И давайте мы... Чуть прочитаем, прям вот я просто хотел из второго послания Петра в заключении прочитать. Чтобы еще так вот понять, во что превратился Петр. В кого? Это же был обычный рыбак, неуч. И про них говорили, разве это вот, ну какие они, это, помните, как фарисеи про них сказали, что разве они необычные? Люди там, да, как-то говорят уже правильно, и потом они узнали, что они с Иисусом были, да, и тогда, ну, как бы поняли, то есть, да, Петр как высшее образование получает в христианстве, да, что вот, ну, действительно рыбак, действительно неуч, действительно лапоть такой, мужик просто, да, но как пишет, да, вот я поэтому хотел прочитать одно предложение, которое написал Петр, чтобы так вот, как он сформулировал это предложение, оно не заканчивается практически. Вот оно с 3 по 7 стих, 2 послание Петра. Это называется «Лестница Петра». То есть, просто он настолько... Представьте мысль, да, у человека. Вот человек пишет послание. Вы когда-нибудь писали письма там кому-нибудь? Mm-hmm. У вас длинные предложения получаются? Mm-hmm. Да, иногда. Одно. А есть иногда вот, ну, короткие, да, ну, то есть, представьте, вот, начать формулировать мысль, и если длинное предложение, и вот доформулировать ее до конца, как бы, да, все так подвести под что-то одно, вот, он так пишет. Я вот именно с этой точки зрения хотел вам просто показать Петра, да, как от божественной силы, вот, вы просто, вот, кто чуть это не знает, у мозги слетают, потому что не выдерживаешь вот это вот перечисление все, куда он ведет. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Потому что когда вы прочитаете последний стих, вы забудете, что, что мы в первом прочитали. Второе Петра. Вторая глава. Первая глава с 3 стиха. Вот проверьте, вот сейчас мы первый стих прочитаем. Вот когда мы дочитаем последний, вы забудете, что он говорил в первом.
как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них вы соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы... Как? Нормально? Закрутил, не? Можно еще раз. И прочитаем три раза, и вы все равно не поймете, куда он ведет. Но это на самом деле так. Вот представьте, вот рыбак, и вот он так формулирует. Дайте еще раз. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них, вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если не готовился, то вообще круто. Да, я поэтому говорю, то есть вот просто оцените, как бы, да, вот это откровение Петра. Поэтому вот даже вот для того, чтобы это заучить, да, то есть, ну, он формулирует здесь, да, вот пытается сформулировать вот эту христианскую жизнь, вот этот смысл, то, что, да, как от божественной силы все нам даровано через познание Христа, да, через то... Параллельно с этим, я в шоке на самом деле, вот с этих формулировок, я говорю, тут, это как называть, причастный оборот, когда вот это вот, через запятую там это все. Он их тут четыре штуки делает, один за другим. И я говорю, что и пошла лестница из одного в другое, из другого в третье, то есть, и вы представляете, он еще и все это осознает, что он говорит. Мне, честно, вот так, зная Петра, мне даже кажется, что даже Петр до конца не осознает, что он говорит. Ну, это так, чтобы просто, да, понимаете, да, пошутить. Я знаю, что Слово Божье, оно, да, все говорит правильно и верно на самом деле, да. Но также мы знаем, что люди не всегда понимают иногда, да, все, что нужно понять, как нужно понять. Поэтому какой вывод из всего того, что мы поговорили, да? То, что вот, ну, все понять не главное. Сделать все правильно не главное. Выглядеть перед людьми правильно не главное. Правильно? Главное – это вот эта вот жажда, вот это вот рвение к Иисусу, вот это вот желание иметь эти опыты, желание откликнуться, желание не пропустить вот этого своего момента, да? Вот, да, иногда бывает вот, ты вот хочешь выйти, да, ну, ладно, почему-то вот остался, да, и опять вот время пошло, и ждешь какой-то следующей попытки. Я так часто знаю, что, ну, вот бывает, когда там людей зовут, там, Христа принять, да, там, на покаяние, они вот вроде вот, вот где-то хотят, где-то не хотят, ну, может быть, не время, может быть, а Петр бы, вот, наверное, была возможность, он 5 раз бы выходил, да, то есть, ну, хотя думаю, что нет. Хотя думаю, что как раз Петр вышел бы 1 раз, а потом бы, может быть, сидел и с таким пониманием. Может быть, потом еще разок попробовал, потому что ничего не чувствует. Ну, как, чуть-чуть полюбили Петра, нет? Чуть-чуть вот пришло понимание того, что это за человек на самом деле, да? Что вот я хотел так чуть-чуть сжато его рассмотреть, там есть еще, ну, разные такие примеры с ним, но их очень, как бы, вот много, и его жизнь, она прослеживается, и в итоге он отдает свою жизнь за Христа, но не без изюминки. Он говорит то, что я недостоин распят быть, как Господь, меня кверх ногами. Ну, как бы, вот он такой, и в этом вот весь Петр, понимаете, в этом вот весь Петр, что вот он такой, и вот он весь вот, и опять же, знаете, вот это вот опыт его хождения по воде, да, опять же, вот это тоже опыт, ну, как, вот можно сказать, аллегория христианской жизни, на самом деле, знаете, схема христианской жизни. Что такое христианин? Это вот, ну, вот тот, который слышит голос, имеет этот контакт с Богом, он говорит: Господи, если это ты, да, я выйду. Выходи. Вышел, пошел. Ой, я иду. Нифига себе, и утонул.
утонул и говорит, спаси меня. И сразу рука, сразу спасли, правильно? Вот на самом деле, вот знаете, это схема. И вот без этого никуда. Можно быть таким умненьким, да, и вроде не двигаться, и сидеть в лодке, и не высовываться, но каждый должен проходить через эти опыты с Богом, все время вот выходя из этой лодки, ощущая жизнь в духе, и именно утопая, и именно мы растем именно в тот момент, даже не когда мы идем по воде, знаете, а когда мы чувствуем эту руку, которая нас опять оттуда поднимает. Понимаете? Когда мы имеем этот опыт уже, вот это вот понимание, что Бог как-то только, если ты искренне, если ты настоящий, как только к Нему обращаешься, Он просто берет тебя, вытягивает, ты чувствуешь эту руку, ставит тебя и говорит, и не ругает. Знаете, там был момент же, да, когда они там, помните, буря, страшно, Господи, спаси нас. Он остановился и говорит, ну что вы разверещались-то, ну маловеры вы. И поругал их, действительно поругал, что не надо так. А Петру вот за эту его выходку, да, я по воде похожу, ничего не было. Нормально, все, походил, попробовал. Попробовал, Петр? Попробовал. Ну ладно, попробовал. Правильно? Поэтому надо вот, ну, взять эти качества от Петра, вот эту наивность чуть-чуть, вот это вот, говорю еще раз, да, вот это вот рвение, вот это вот... быть ближе, вот это вот ощущение того, что ну, на самом деле ты любишь Иисуса больше всех, и все, и тебе не важно, как другие, и ему Иисус говорит, то, что ты любишь меня больше, чем они. И он даже не сомневается, больше. Не вам, я вот просто, больше и все. Мы можем сами выбрать эту позицию, да, сомневаться там или еще что-то. Вот Петр долго не думал, хотел... И получил, и Иисус нигде над ним не посмеялся. И мне очень нравится вот это вот, что, когда я, опять же, я говорил уже, когда ангелы, когда Иисус воскрес, ангелы лично сказали, вот Марии они говорят, иди, скажи ученикам и Петру. Ученикам и Петру. Петру особенно, понимаете, вот, и ему было особенное, представляете, вот, и они приходят, Петр, нам ангелы сказали, чтобы мы сказали ученикам, но они сказали, чтобы лично тебе сказали еще. Представляете, вот ты так вот получаешь такое подтверждение, что вот лично тебе. И вот, понимаете, вот Бог, Он такой. Он готов, действительно, Он знает, написано, что я назвал тебя по имени, ты мой. И Бог, Он знает тебя по имени, Ему вот именно важен ты. Именно как вот обычный человек со всей твоей обычностью. Работяга там, да, и может быть, не особо удачливый, да, не особо везучий, не особо... талантливый, супер, да, не особо фанатик, да, я говорю, если Павел, Давид и герои веры нам далеко, то Иисус пришел к таким, как Петр, понимаете, в первую очередь, и он сказал, я на тебе построю камень, о, я на тебе построю церковь, ты камень, ты вот этот вот неотесанный камень, вот такой, какой ты есть, со своими неровностями, и вот из таких я буду строить, и вот моя церковь будет построена вот из таких, как ты, все, не из Павлов, не из Давидов, а из Петров, вот таких вот, камней, твердых сердец, таких, да, чуть-чуть лицемеров, чуть-чуть трусов, знающих себя, ошибающихся, но когда в духе других. Аминь. Аминь. Все. Да, спасибо.